Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём. И сегодня мы будем делать обзор на классный мод из игры Starbound, который называется Rick and Morty on Flames. Мод просто шикарный, но он добавляет только костюмы и единственное оружие. Это вот такую вот лопатку. Урон у этой лопаты 89,8. Скорость 0,5. 0,5 в секунду, то есть... Ну вот нифига. Скорее даже 5 секунд я бы назвал. Но есть только вот этот вот удар, взмах. Но все равно надо вот прям вот затягивать, чтобы по башке кому-то лопатой этой дать. Да, значит, крафтится... Чтобы скрафтить вот эти вот все классные костюмчики. Ну, правда, здесь только башка лимончика, а тела нету. Вот это печально. Здесь так же, как и мужские костюмы, так и женские. То есть здесь может быть женщина-врач, Рик, Морти, мистер Огурчик в четырех видах. Ну, да, здесь, правда, руки, вот. Так что вот так вот он выглядит, без рук. Руки идут в комплекте, в принципе, к любой броне. То есть вот к любому костюму, да, какой вам понравится. Можете быть на себя одеть, и вуаля, у вас будут руки. То есть здесь вот картонные, как бы... То есть, одевая такой костюм, давайте вот это, например, оденем, я сейчас покажу. Одевается он вниз, вот, и вам мешает ваша шляпа и ваш броник. Вот. Вот что-то в этом роде. И да, вот так. Мистер Огурчик с лопаткой. Видите, он закрывает рот даже, когда бьет вот этим ударом. А когда обычным, нет. Ну, шикарный костюмчик, здесь также можно... Одеться в Рика, в Морти, в злого Морти. То есть тут вот, как я понял, повязка на правый глаз и на левый. Ну, это, кстати, как бы мне, в принципе, не принципиально. Да, можно бегать. Во! Просто привидение с лопатой. И все. Две руки, две ноги. Я даже вот не удивлюсь, если... Да! То есть, смотрите, мы снимаем костюм полностью. И просто бегает две руки с лопатой. Да, как бы у нас вот... Мы мокнем под водой, но вот нас не видно. То есть просто две руки с лопатой бегают. Это, конечно, эпик. Так, давайте-ка вернем все назад. Оденемся хотя бы. А то... Да, две руки. А, ты там, две руки. То есть костюм, пока не снимешь, вот будем бегать как-то по-идиотски. Так, давайте вернем им руки. Дальше также здесь крафтится вот такое вот приспособление. Плюмбус. Он просто как декорация, то есть... Вот. И то не видно. Да, вот. И у вас сзади плюмбус. Была одна из серий Рика и Морти, где они делали вот этот самый плюмбус. Ну, в принципе, просто как декор таскать его можно. А так, я бы, не знаю... Ну, не вижу смысла. Но поклонникам Рика и Морти я советую обязательно вот скачать этот мод. Ссылка будет в описании. Так, этот мод делается в... Извиняюсь. В столе архитектора. И крафтится он всего лишь за 300 пикселей. То есть вы его крафтите, 300 пикселей, и вуаля. Можете себе покупать все эти костюмы. Да, тут, да, еще мистер Мисикс костюмчик есть, да, забыл совсем про него. Вот, и они стоят копейки, то есть 20, 25 пикселей, 10 пикселей, дешево, кроме лопаты. Да, лопата стоит 3500 пикселей. Ну, вот костюмчики Рика, Морти, дешево. Мне очень нравится этот мод, так как я поклонник данного мультсериала, скажем так. Вот. И бегать вот так и просто крошить своих врагов, это же классно. Вот, поэтому всем советую скачать этот мод. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.